Министерство труда и социальной защиты населения РК представило полную таблицу порогов достаточно в рамках досрочного использования пенсионных средств казахстанцами. Напомним, ранее глава ведомства Биржан Нурымбетов сообщил, что казахстанцы смогут использовать пенсионные средства на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. По словам министра, такой возможностью смогут воспользоваться граждане, имеющие пенсионные накопления, если собранная на счете сумма достигнет необходимого уровня, так как одна из частей должна оставаться в ЕНПФ. Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ, до 50% оставшейся суммы. У этой категории граждан совокупная пенсия, включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ, должна составлять не менее 40% от ранее получаемой заработной платы. Люди, оформившие пенсионный аннуитет и имеющие еще накопление, оставшуюся сумму в ЕНПФ. Trial.